Я подписался сюда на 3 года, но с меня хватит. Я тут не останусь. Только посмотрите, какой дым. Космопорт, наверное, разрушен. Я еще бог знает, сколько не смогу улететь из этой дыры. Будет возможность, тут же вернусь на Землю. И мне до фени, что говорит Коул. Я прилетел сюда. Вам что-то нужно? Мне пора идти. Удачи! Капитан, это Найлус. Кто-то движется. Вон за теми ящиками. Погодите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек! Из-за того, что ты здесь прятался, тебя чуть не убили! Извините, я прятался от этих уродов! Я Пауэлл! Я видел, что случилось с этим турианцем! Его убил другой турианец! Хочешь сказать, Найлуса убил турианец? Тот другой пришел сюда первым. Он ждал, пока появится ваш друг. А ваш друг называл его Сараном. Похоже, они были знакомы. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Саран замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо еще меня не заметил. Нам сказали, что в космопорт привезли протеанский маяк. Что с ним случилось? Он на другой платформе. Наверное, туда и направился этот Саран. Запрыгнул на грузовой поезд сразу после того, как прикончил вашего друга. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло наперекосяк. Сначала этот корабль-носитель, потом нападение. Они убили всех! Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули! Как же так получилось, что ты единственный остался в живых? Почему никто больше не пытался спрятаться за ящиками? Они просто не успели. Я уже был там, когда началась атака. Подожди минутку. Ты спрятался за ящиками еще до начала атаки? Я... Иногда во время смены меня тянет вздремнуть. Я прячусь тут, чтобы начальство не увидело. Тебе удалось выжить, потому что ты лентяй. Если бы ты не решил поспать, ты был бы сейчас мертв, как и все остальные. Да, наверное. Но я не хочу об этом думать. Ты был сообщником Коула. Нам известно про контрабанду. Что? Нет. В смысле, теперь-то какая разница? Я контрабандист. И что дальше? Мое начальство погибло.
Все погибли. Теперь уже это никого не волнует. У тебя есть оружие, которое поможет справиться с гетами? На прошлой неделе пришел груз гранат. Никто не заметит, если исчезнет несколько штук. Ах ты, жадный сукин сын! Мы пытались защитить твою жалкую задницу, а ты нас же и обворовываешь! Да я думать не думал, что вам пригодятся эти гранаты! Кому надо нападать на Иден Прайм? У нас тут фермеры одни! Откуда мне было знать? Не надо, он этого не стоит. Тебе очень повезло, что здесь капитан Шепард, подонок. Давай сюда гранаты. Да забирайте, ради бога! Я больше не буду заниматься контрабандой, клянусь! Здесь погибло множество солдат, Пауэлл. Эти гранаты могли им пригодиться. Я бы на твоем месте придумала, как загладить свою вину перед ними. Хорошо. Ладно. Я тут припас кое-что еще. Наверное, стоит целое состояние. Экспериментальная технология. Самая новая. Возьмите. Мне это не нужно. Я не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Правда. Мне очень жаль. Расскажи мне про атаку гетов. Все случилось очень быстро. Я видел, как приземлялся корабль. А потом все наводнили геты. Их тут были тысячи. Наверное, они были на этом корабле-носителе. Они убивали всех. Тут была настоящая бойня. Можешь рассказать что-нибудь еще про маяк? Его привезли сюда сегодня утром. Мы погрузили его на поезд и отправили на другую станцию. Не могу поверить, что это было всего пару часов назад. Кажется, что прошла целая вечность. Расскажи мне про корабль-носитель, который ты видел. Я никогда не видел ничего похожего. Он был просто огромный. Приземлился около вон той платформы. Когда он спускался, здесь даже стемнело. И еще он издавал такой звук, который сверлит мозг. Он меня и разбудил. А атака началась через несколько минут. Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть. Thank you.
Очистив территорию от вражеского присутствия, гетты собираются и насаживают тела убитых. Гетты – раса человекоподобных существ, обладающих ИИ, которые в боевых скафандрах используется двухуровневая система защиты. Внутрь кинетические барьеры в обиходе просто щиты обеспечивают... Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Наверное, их установили гетты. Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить. Thank you.
Виновному придется ответить. Давайте прикончим этих ублюдков. Нам надо идти дальше. Мы думали, что эта планета безопасна, пока не появились геты. Раньше здесь было очень красиво. Виновному придется ответить. Нам надо двигаться дальше, капитан. Боже мой, как будто сюда кто-то сбросил бомбу. Видимо, здесь приземлился корабль гетов. Нормандия, маяк безопасности. Это восхитительно! Действующая протеанская технология! Невероятно! Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас поняли, Нормандия. Ждем. Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия. Судно Альянса. Под командованием капитана Андерсена. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Этого человека нужно уничтожить.